8 августа 22 года на Земском соборе во Владивостоке было принято решение о реставрации династии Романовых, и генерал Михаил Дитерикс был провозглашен правителем Преамурского государственного образования, Преамурский земский край. Он возглавил армию, переименованную в Земскую рать, также приказал сформировать Земскую думу. 15 сентября генерал созвал съезд дальневосточных национальных организаций в Никольско-Уссурийском. Этот съезд выразил генералу поддержку. Затем он издал указы о всеобщей мобилизации и о крупных денежных пожертвованиях, которые ожидались от Владивостока. Однако не удалось собрать пожертвования, не мобилизовать Земскую рать людей. Японские дипломаты отказались предоставлять боеприпасы. 14 октября 22-го у Монастырища армия была разбита войсками Дальневосточной Республики. 20 октября 22-го генералы 7 тысяч человек прибыли в Пасьет, откуда их эвакуировали на японских транспортах.